Дорогая церковь, новая жизнь, пастор Виктор, Диана, от всего сердца поздравляю вас с 25-летием. Очень люблю каждого из вас, и каждый раз, когда я приезжаю к вам, это особенное время служения, общения, глубокого общения, потому что каждый из вас жаждет Бога познать глубже, больше. И это так сильно ощущается, это также побуждает меня идти дальше, не останавливаться. Поэтому я благодарна Богу за общение с вами, за то, что имею такую честь приезжать, служить вам. И я благословляю ваш следующий год, следующий этап, и молюсь, чтобы Бог дальше ввел вас в глубины Его и открывал новые двери. Я люблю вас, и в этот день, в этот праздничный день, я вместе с вами обнимаю вас, люблю.